В этом году международная выставка «Экспо-2016» проходит в Турции. Казахстан также принял в ней участие и представил свой собственный тематический павильон. Мы полностью, получается, привезли звуковое оборудование, чем могут похвастаться не все стенды. А у нас есть большая AC-панель, по которой мы можем транслировать любую информацию. А у нас также по технической части есть еще очень интересные вещи. У нас установлены камеры наблюдения, и буквально как только «Экспо» выдаст нам интернет, можно будет с любой точки земного шара посмотреть, что творится здесь в нашем павильоне снаружи и внутри. Казахстанский павильон на турецком «Экспо» занял площадь в 512 квадратных метров. Территория небольшая, но на ней смогли разместить основные экспонаты, которые олицетворяют культуру страны. Центральная часть оформлена в виде шанрака, а под ним расположилось дерево желаний. Туристы могли написать о своих мечтах на специальных лентах и завязать на ветках дерева. Учитывая, что главная тема выставки – это озеленение, вокруг павильона были высажены деревья, цветы и кустарники, привезенные из Казахстана, а также представлены редкие виды растений. Здесь в гербарных панелях показаны все образцы, которые редкие, эндемичные, краснокнижные и уникальные медицинские ценные растения. И наши злаки, многие. Но имеются в виду все растения, которые встречаются в разных регионах нашего Казахстана. И показать нашу уникальность, наши горы. Международная выставка «Экспо-2016» на Анталийском побережье Турции открылась 23 апреля. Гости смогли увидеть грандиозный концерт с участием мировых звезд, световое шоу и фейерверк. Тема турецкой выставки – дети и цветы, а потому крытых павильонов практически нет. Экспо в Анталии – это огромный парк, где представлено все многообразие растительного мира. Искусственные водоемы, фонтаны, парковые зоны и детские площадки. Свои тематические павильоны представили более 40 стран мира. Правда, не все успели завершить их к открытию. В процессе строительства пока и главная смотровая площадка высотой 114 метров. Работать выставка будет до 30 октября. Следующим эстафету принимает Казахстан. Экспо-2017 пройдет в Астане. Темой выставки является «Энергия будущего», где будут представлены новейшие разработки альтернативных источников энергии со всего мира. Евгения Финько, РТН, Анталия, Турция.